Всем привет, ребят! Ну что, пора нам вступить в гильдию, и сегодня мы вступаем в гильдию. Для чего? Для того, чтобы получить дополнительные бонусы, локации для прохождения, такие как битва гильдии, атака фортов, то есть локации, на которых играет полностью вся гильдия. От этого зависит от командного результата, общий результат, победит она, проиграет. То есть битва гильдий это, скажем так, основное, но и атака фортов, которая проходит раз в 2 недели, где собираются 4 гильдии и воюют уже в онлайне друг против друга. Конечно, также есть гильдейские боссы, там масса разных локаций. Магия от гильдии, то есть дополнительно можно будет проходить подземки с магией, то есть улучшить свой деф. Ну, вариантов очень много, поэтому мы сейчас вступаем в гильдию. Я сейчас вам покажу вкратце гильдию Ukraine. Сейчас я кину сюда заявочку. Что есть в гильдейских, скажем так, зданиях, локациях, не знаю. Смотрите, первое — это битва гильдий. Битва гильдий — это возможность получить кулаки, которые нужны для развития в первую же очередь. Чем больше силы, тем больше в гильдии, точнее ее участников, чем больше силы, тем больше шанс, что она победит в данной ситуации. У нас на сегодня это именно так, потому что у нас, к сожалению, сейчас все упирается в силу. Чем больше силы, тем больше ты получаешь очков на битве гильдии, соответственно, тем выше твоя гильдия поднимется в рейтинге. Также атака фортов дают сундуки фортов. Вы это тоже, в принципе, увидите. Это я рассказываю для новичков, опять же, не для тех, кто уже играет, где вы можете пофаниться и тоже дополнительно получить те же самые коробки, кулаки и кучу разных плюшек. Гильдийские боссы, на них вы можете заработать значки почета, которые нужны для прокачки героев, которых не хватает. В принципе, тоже, но единственное, они выходят каждый раз в сутки, скажем так. Но надо в определенное время их бить, и это очень быстро происходит. То есть, поэтому, если вы ищете гильдию, обязательно ищите гильдию, которая будет где-то примерно плюс-минус в часовом поясе вместе с вами, потому что вы не сможете удачно все фармить. Потом, так, сейчас, секунду, не в ту гильдию кинул заявку. Их несколько. Ой. Вот сюда. То есть вариантов очень много. Вот первые места я смотрю, там третье, четвертое, тут первое. Писать нам ВК, ID-шка 801-31-131. Поэтому, кто играет на английском сервере, кидайте заявочки. Вступайте, будем трэшевать. Поэтому перед выбором гильдии, то есть надо подумать, надо оно ли вам или нет, потому что битва гильдии проходит 2 раза в неделю, и, соответственно, вам надо будет присутствовать, потому что если вы пропустите, из-за вас может, скажем так, пострелять гильдия, особенно если вы в топе. Вот все, наконец-то мы в гильдии. Я вам сейчас покажу основные гильдийские локации. Вот гильдийский хаб показывает, что мы можем делать. Это я отметился, соответственно. Это участники, которые есть в вашей гильдии. Это иншие, я говорю, другие гильдии. Так. Это гильдейский зал. Здесь есть сундук. За определенное выполнение определенных заданий ваша гильдия получает сундучки разные. То есть набираете очки, получаете сундучки, с них плюшки. Какие, в принципе, я вам уже не раз показывал. Потом насобираю, покажу. Дополнительно гильдейский баннер. Как он выглядит. Вот магия.
Она здесь 5 уровня, это на ресурсы, 30% бонус вам идет маны и золото в рейде. Также есть на уменьшение урона по вашим юнитам, по вашим героям. Дополнительно, ну, вот Колизей называется, здесь у вас вот 12 уровень гильдии. Вы можете в гильдию сдавать КГшки. Дополнительно вот гильдийский босс, битва гильдий. Также есть факела, вот это факела. О них я тоже вам попозже расскажу отдельно. Покажу, как играть для новичков. Также есть битва гильдий, 4 гильдии. Она скоро будет, завтра уже потрешуем. И атака фортов. Так, с этого, в принципе, я вам все рассказал. Что интересное такое? Давайте покажу теперь. Вот видите, у вас сразу же гильдийский хаб. Ну, можно гильдию улучшать, меняется здание. В принципе, больше там особо ничего не меняется. Есть гильдийский чат, где вы можете общаться в гильдии. Пока, в общем, от гильдии больше такого ничего нету. Самое основное то, что вы можете посещать отдельные локации, которые вы просто так не сможете открыть без гильдии. То есть это для фана, скажем так, и для основные для добычи кулаков. Есть, конечно, куча других возможностей добыть, но это как бы в основном отсюда идет для новичков. Ну, конечно, если вы не донат. Давайте сейчас так зайдем в гильдию. Вот возьмем магию, вот допустим возьмем вот раз, я не помню, да, это героев, защита героев 2. То есть вот эти вот флаги, два флага, вот они идут у нас вверху, это гильдийские кредиты. Этих два флага, скажем так, решают в рейде, например, то есть вы хотите там фармить, да, вот у меня светятся они. Соответственно, я буду получать сейчас на 20% больше там с рейда ресурсов, там золота и маны. Сейчас мы, конечно, тут, наверное, сольемся. Не, не сольемся. Вот так вот. Гарнизон, ребята, тащит, практически тащит. Сейчас смерть их ультой должна отшаманить. Анубис остался. Ну, вот так вот пробежались. Также эта магия действует, ну, не на золото, а уже на защиту. Уже давайте 6-1 посмотрим. В данной локации, то есть она тут вам будет, ваши герои будут получать там на 20% меньше урона. Ну, юниты, если вы их будете брать сюда. То есть для тех, кто хочет в подземках, ну, у кого слабенькие герои, есть смысл вступать в гильдию. Конечно, в гильдию, где прокачано это все. Чтобы прокачать, надо вносить там те же самые кристаллы героев, чтобы качать эти здания. Ну, то есть, либо зарабатывать, та же самая битва гильдий, там атака фортов. Я не знаю, не помню, влияет или нет, но битва гильдий, по-моему, с нее капает. Ну, в общем, вот так вот. Либо просто донить для того, чтобы дальше открывать. Так. Вот сюда его можете кидать. Там, допустим, да. Кидаем 50 тысяч. Ну вот. Соответственно, видите, увеличилось количество гильдийских кредитов. И у меня вот есть уже, видите, 50 плюс 50 тысяч. КГшек на счету, вот оно отображает, кто сколько внес. Вот так вот. Ну, соответственно, оно отображается вот здесь тоже, в английских новостях. Вот. То есть, так вы можете общаться, в принципе, и совместно, соответственно, проходить там локации, к которым мы еще не дошли, это там Меса, Лава, Адский саммит, то есть в гильдейском чате. Ну, с гильдией, скажем так, проще сформировать
найти команду и бегать с ней, чем вы будете бегать соло в рандоме. Хотя, в принципе, я смотрю, уже там третья лава, она в рандоме давным-давно фармится, там четвертая, надо, конечно, команду собирать. Вот, то есть такие вот на сегодня у нас плюшки от гильдии. Уже завтра вы увидите, возможно, стримчик запустим, будем бегать, трешивать на битве гильдии, на атаке фортов. Правда, посмотрим, что у нас получится. У нас герои еще не прокачаны под эти локации, но думаю, будет весело. Все, пишите комменты, подписывайтесь, обязательно ставьте лайки. Ждите трешечка, всем удачи, всем пока.